Как же заклинания? Полгода читаю, много практик, прошла третью, четвертую ступень. Но давайте я вам еще раз скажу, Анастасия. У человека, который не пришел базовые ступени, а это первая ступень, вторая ступень, то сколько бы вы ступеней не прошли, вам все равно придется вернуться к первой базовой ступени, второй базовой ступени, иначе практики будут работать как попало. Это знаете, как человеку дать серьезный, человеку, который не понимает, как садить самолет, обучить его лететь по небу. Он будет лететь, но когда придет время садиться, он обязательно разобьется. Как вы не можете понять, что вся система устроена по принципу фундамента, стен, после этого крыши, отделки. Третья, четвертая ступень – это внутренняя отделка. Что же можно отделать этим цементом или гипсокартоном, если нет ни фундамента, ни дома? Что можно отделать? Тогда что будет происходить? Если не на что цеплять, если есть много игрушек елочных, а нет елки, будет ли Новый год праздником? Не будет. Тогда что необходимо? Елка. Елка – это первая ступень, а палки на елке – это вторая ступень. А третья, четвертая – это уже елочные игрушки. А пятая ступень – хлопушки. А шестая ступень – это звездочка. А седьмая – Дед Мороз. Таким образом, ничего не получится до того момента, пока человек не купит елку. Праздника не будет. К вам пришел Дед Мороз, а там у вас на полу разбросаны игрушки. Скажите, радость принесет? А вы каждый день делаете новые игрушки, нового Деда Мороза, новые игрушки, нового Деда Мороза. А елочка где? Нету елочки, надо, чтобы елочка была. Но вы, я уже больше игрушек делаю, у меня мешки игрушек, дома игрушек, нет елочки. Хоть сколько игрушек будет, нет елочки, не будет радости. Хоть 50 Дедов Морозов будет кричать: маленькой елочке холодно зимой, из лесу елочку взяли мы домой. Елочки нет, фасон не тот. Все, конец. Таким образом, даже не начинайте, серьезно. Те люди, которые проходят третью, четвертую, сразу пятую, эти люди, которые должны понять, без первой и второй и третьей последовательно пройденных ступеней, у них ничего в жизни, к сожалению, не пройдет.